Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которым утверждены перечень малочисленных народов Севера и перечень районов их проживания. Перечни утверждены в целях установления социальной пенсии по старости. Это позволит сохранить льготы в пенсионном обеспечении за тем кругом лиц, которые ранее пользовался правом на социальную пенсию по старости, говорится в сопроводительном письме к документу. Постановление относит к малочисленным народам Севера 39 народов. В их числе алеуты, камчедалы, коряки, манси, нанайцы, ненцы, саамы, селькупы, телеуты, ханты, чукчи, ивенты и эскимосы. Они проживают на территориях 25 субъектов федерации, в том числе в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Коми и Мурманской области. В НАО в перечень районов проживания малочисленных народов Севера включен весь Заполярный район, кроме поселка Искателей. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Российской академии наук создан в Архангельске. Центр будет заниматься проведением фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в северных широтах по обеспечению государственных интересов в Арктике. В ведении новой структуры будет и решение задач сбалансированного социально-экономического развития арктической зоны, сохранение окружающей природной среды и биологического разнообразия этого региона. По данным регионального министерства образования и науки, в сферу интересов федерального центра входит также тематика изучение медико-биологических и медико-социальных проблем населения, проживающего в северных широтах. В течение ближайшего времени в Архангельске начнется детальная работа по реализации проекта создания федерального центра. Якутия в недалеком будущем может получить право голоса в Арктическом совете. Приоритетным направлением сотрудничества арктических регионов должно стать взаимодействие в сфере экономики. О перспективах Якутии заявил представитель губернатора Аляски по вопросам Арктики. Подобной позиции придерживается ряд других арктических регионов. Они призвали активизировать усилия в этом направлении и использовать уже существующую платформу Северного форума, имеющего в Арктическом совете статус наблюдателя. По мнению участников встречи, необходимо усилить роль губернаторов и премьеров в вопросах региональности. Сотрудничества. При этом арктическим регионам следует уделять первоочередное внимание взаимодействию в сфере экономики и бизнеса. Прирослонная стала первой нефтедобывающей платформой на российском шельфе, получившей лицензию на оказание медицинских услуг по анестезиологии и реаниматологии. Соответствующая лицензия выдана Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Как сообщает пресс-служба «Газпромнефтьшельф», здравпункт, расположенный в жилом модуле платформы, работает круглосуточно и оснащен всем необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи, в том числе экстренной. Квалификация врачей, осуществляющих медобслуживание сотрудников прирослонной, позволяет оказывать все виды медицинской помощи, включая мероприятия по реаниматологии и анестезиологии. Обучение основам оказания первой помощи также проходят все сотрудники платформы. Около 40 человек уже получили сертификаты Европейского совета по реанимации и могут оказывать первую помощь пострадавшим. Медицинская деятельность на платформе нацелена главным образом на предупреждение травматизма, недопущение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников платформы. Лицензия позволяет осуществлять медицинское обслуживание на платформе на качественно новом уровне и создает уверенность в сохранении здоровья персонала даже в критических состояниях. Напомню, приразломное нефтяное месторождение расположено в Печорском море в 60 километрах от берега. В Санкт-Петербургском отделении Русского географического общества проходит 9-я международная конференция по географии и картографированию океана «Арктика. Геополитические и политико-экономические проблемы освоения». Одними из затронутых вопросов стало формирование единой экономической политики в арктической зоне Российской Федерации как основы демографического роста территорий Крайнего Севера. Среди первоочередных мер участники конференции предложили разработку и внедрение Кодекса арктических экономических законов, реализацию в городах Заполярья базовых проектов на основе инновационного развития, активизацию бизнес-среды при арктических территориях, пересмотр системы кредитования бизнеса, ведущего деятельность в арктической зоне России, освобождение от уплаты налогов предприятий, созданных представителями коренных народов Севера, со специализацией на традиционные промыслы, инициирование и поддержку программ арктического туризма. Генеральным итогом конференции станет принятие решения по активизации и координации деятельности различных структур, принимающих участие в развитии Арктики. Национальный парк «Русская Арктика» подводит итоги туристического лета. За сезон территорию нацпарка и федерального заказника «Земля Франца Иосифа» посетило рекордное количество туристов – 1225 человек против 738 в прошлом году. Всего состоялось 11 круизов, 7 к Северному полюсу с заходом на землю Франца Иосифа на атомном ледоколе «50 лет Победы», 3 на теплоходе «Sea Spirit» по маршруту «Шпицберген», «Земля Франца Иосифа», «Шпицберген» и еще один рейс на круизном судне «Бремен» выполнялся по Северному морскому
пути с заходом на мыс Желаний и землю Франца Иосифа. В тестовом режиме успешно отработал в течение сезона пункт пропуска через границу на участке морского порта Архангельск, открытом в начале этого года на острове Земля Александры. Архипелаги Новая Земля и Земля Франца Иосифа в летний сезон 2015 посетили туристы из 41 страны. Традиционно, по словам начальника отдела туризма парка, больше всего посетителей из Китайской Народной Республики. Значительно выросло в этом году количество туристов из Швейцарии и Австралии. Впервые русскую Арктику минувшим летом посетили граждане Омана и Азербайджана. По-прежнему среди арктических туристов преобладает возрастная группа от 50 до 70 лет. Однако в этом году стало больше путешественников в возрасте 30-50 лет. Увеличилась и возрастная группа 70-90 лет. По итогам прошлого сезона сотрудники отдела туризма решили подвести не только официальные, но и неофициальные итоги. Так выяснилось, что этим летом туристы встречали белого медведя 71 раз. В Омске пройдет выставка арктических технологий. На форуме будут рассмотрены актуальные государственные планы по реализации приоритетных программ развития арктической зоны России, в частности, по освоению шельфовых месторождений до 2020 года. Посетители выставки смогут первыми ознакомиться с разработанными омскими производителями костюмом арктическим, состоящим из 12 предметов. Впервые в истории для военнослужащих, несущих службу в особо суровых климатических условиях Арктики, была создана специальная одежда, призванная максимально обезопасить личный состав и сделать несение службы более комфортным. «Газпром» планирует усилить экологический контроль в Арктике. Совет директоров «Газпромнефти» в ходе обсуждения перспектив природоохранной деятельности обсудил обеспечение сохранности природных ресурсов макрорегиона. Компания планирует вдвое сократить валовые выбросы в атмосферу к концу 2015 года. Одним из экологических проектов стало внедрение автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха. Кроме того, в этом году «Газпромнефть» начала разрабатывать стратегию обращения с отходами производства и бурения. Также компания разработала и внедрила технологии по получению безопасного грунта из бурового шлама при рекультивации шламовых амбаров. При работе на арктическом шельфе «Газпромнефть» принимает участие в программах, направленных на сохранение экосистемы региона. В частности, совместно с Советом по морским млекопитающим и Всемирным фондом дикой природы изучается арктическая фауна. Выявляются ключевые ледовые места обитания атлантического моржа, проводятся полевые исследования атлантического моржа в Печорском море. В 2015 году «Газпромнефть» создала корпоративную программу сохранения биоразнообразия флоры и фауны российских морских экосистем арктической зоны, которая учитывает рекомендации экспертного экологического сообщества Минприроды, Всемирного фонда дикой природы и Глобального экологического фонда. Совместная российско-американская экспедиция завершила исследование изменений климата в Арктике. Судно «Академии Трешников» арктического и антарктического НИИ «Росгидромета» с учеными вернулось в Архангельск. Экспедиция во всех отношениях может считаться очень удачной, продуктивной и даст массу материала для дальнейших исследований. 2 года назад в ходе такой же экспедиции были поставлены 9 буйковых станций, укомплектованных измерителями температуры и солености морской воды, скорости и направления течений. В этом году ученым удалось поднять 8 из них, что говорит о довольно высоком эффективности исследований. Теперь данные со станции передадут в научные центры для дальнейшей обработки. Кроме того, исследователи установили 13 новых станций в ключевых районах распространения атлантических вод в Северном Ледовитом океане, которые в значительной степени влияют на состояние климата. По словам руководителей экспедиции, были также установлены 94 станции для зондирования водных масс, 3 дрейфующих профилографа, 1 ледовый буй, 2 дрейфующих метеобуя с расширенной фиксацией параметров и 12 простых автоматических. По данным НИИ, американская программа долговременного мониторинга состояния атлантических вод в море Лаптевых осуществляется в рамках сотрудничества между Росгидрометом, Национальной администрацией по вопросам океана и атмосферы Министерства торговли США. Главная ее цель – исследовать роль процессов трансформации атлантических вод по пути от пролива Фрама к морю Лаптевых в формировании климата в Арктике.